Полдень в Москве, как я вижу, запись идет. Всем доброго дня, давайте, наверное, начинать. Здравствуйте, меня зовут Илья, продукт-менеджер по 3CX компании Appymatica, платинового дистрибутора 3CX в России. По просьбе вендора мы сегодня проводим такой вебинар, ориентированный именно на партнеров учебного статуса, который также раньше назывался Academy, сейчас чаще употребляется слово trainee, но какое слово, какое название здесь не употреби. Смысл в том, что новые зарегистрированные партнеры на первое время, на первые полгода получают некоторые преференции для того, чтобы более успешно вступить и в партнерскую программу 3CX и начать реализовывать свои первые проекты. Вот про особенности этого статуса мы сегодня и хотим поговорить. Начинать, что бы то ни было, всегда тяжело. Начало уже половина дела, поэтому хотим, чтобы вы сталкивались с меньшим количеством трудностей на этом пути. Спасибо всем, кто подключился в прямом эфире. Вероятно, как обычно, большее количество зрителей посмотрит этот вебинар в записи, поэтому вам тоже привет. Если вы смотрите запись по прямой ссылке, то пишите на почту, звоните, на все вопросы отвечу. Если вы смотрите на YouTube, то обязательно ставьте лайки и пишите комментарии вот там внизу, мы все это читаем. Ну и если вы смотрите в прямом эфире, то задавайте вопросы в любое время по ходу нашего вебинара. Несколько общих слайдов вообще про 3CX я не могу не повторить. Если вы видели мои вебинары, то, наверное, уже эти слайды тоже видели, но в целом все равно расскажу кратко о платформе, что это такое. 3CX в базе своей – это АТС, которая является основой IP-телефонии в корпоративном сегменте для компаний, которые хотят оставаться на связи, но не просто АТС, а Unified Communication или даже Unified Communication и Collaboration платформа, как сейчас модно говорить, для омниканальной связи и коммуникации сотрудников, клиентов, сотрудников с клиентами и так далее по различным каналам. В первую очередь это, конечно, собственно, модуль IP-телефонии, IP-АТС, но также дополнительные возможности, чаты, обмен сообщениями, обмен файлами, удобный обмен статусами пользователей, даже находящимися в разных офисах, в разных подразделениях. Ну, в сравнении с многими другими АТС, это действительно удобно, когда ты видишь статусы своих коллег из других городов и понимаешь, на обеде они или вообще не в офисе разговаривают в данный момент. Это действительно бывает удобно. Мобильные приложения у 3CX есть два приложения. Одно, собственно, для телефонии, софтфон, и отдельное приложение для видеоконференций. Ну, собственно, вот этот вебинар тоже ничто не мешает смотреть с устройств Android или под iOS. Отдельные модули для аудио-видеоконференций. Ну, собственно, вот этот вебинар как раз проводится на платформе 3CX в режиме видеоконференций. Возможности интеграции с CRM-системами, PMS-системами и другими сторонними приложениями для бизнеса. Без этого для успешной работы современных компаний, наверное, тоже никуда. Ну и, конечно же, возможности продвинутого контакт-центра и в голосовом формате, и в текстовом. Также возможность обработки сообщений от клиентов с живого окна на сайте с переходом в SIP-звонок. Это все тоже есть. То есть 3CX дает разнообразные возможности для коммуникаций. Что еще должен отметить на этом слайде? 3CX – это именно программная платформа. То есть мы торгуем именно софтом, по сути, ключом для использования платформы, для использования лицензии. В этом есть множество плюсов. Быстро, просто, никаких физических поставок. Ну, конечно, есть многие заказчики, которые хотят поставить себе что-то физическое в серверную стойку, чтобы у них стояла АТС-ка, она работала, они видели, что вот мы вот ее купили. Такое тоже есть, конечно, от этого никуда не уйдешь, но для очень многих это действительно, наоборот, плюс, потому что софтом работать удобно, просто, оно не ломается, оно без проблем обновляется, нет никаких физических ограничений. Ну и здесь, кстати, мы никак не ограничиваем вас как партнеров в том, как вы предлагаете своим заказчикам софт от 3CX. Его можно установить на собственном сервере под Windows, под Linux, можно установить в облаке, в Яндекс.Клауде, Ажуре, Амазоне, Гугле и так далее. В этом плане нет никаких ограничений ни с нашей стороны, естественно, ни с стороны вендора. Так что для заказчиков это тоже крайне удобно, что они могут выбрать именно тот вариант, который для них более удобен, более подходит. Немножко про лицензирование. Про деньги. 3CX лицензируется по годовым лицензиям, именно по подписочной модели. Опять же, для каких-то заказчиков это неудобно, в том плане, что хотят как бы купить один раз и навсегда. Но, во-первых, такого, конечно, не бывает. Даже когда ты покупаешь физическую телефонную станцию и ставишь себя в серверной стойке, ну, это не навсегда, не на всю жизнь. У всех устройств есть какой-то срок службы, пусть даже это будет 10-12 лет, но в любом случае когда-то оно сломается, либо морально устареет. Но если
кто-то из заказчиков хочет в любом случае не платить каждый год, не заниматься процедурами бюджетирования, не разыгрывать тендеры, например, можно также 3CX рассчитать с дополнительной скидкой на любое количество лет с оплатой сразу. Например, на 5, на 10 лет, ну, хоть на 20. У нас периодически такие проекты бывают. Это все возможно. Ну, то есть, если нужно купить сразу на 10 лет, то будет идти стоимость лицензии, умноженная на это количество лет, плюс дополнительная скидка. Как видите, стоимость лицензии, ну, относительно невысокая. Ну, тут, конечно, смотря с чем сравнивать. Ну, 3CX, как софт родом из Европы, привыкла сравнивать себя с ведущими мировыми поставщиками, Cisco, Avaya и многими другими. В этом смысле цены действительно невысокие. Ну и на самом деле, даже если сравнивать со стоимостью виртуальных АТС, присутствующих на российском рынке в большом количестве, с месячной оплатой, если посчитать стоимость за год, добавить все необходимые функции, сравнимый объем и количество абонентов, то в целом 3CX выигрывает по деньгам. Даже в этом отношении подобные расчеты у нас были. Лицензируется 3CX по количеству одновременных вызовов, не по количеству абонентов. То есть в любой АТС можно прописать до 10 тысяч абонентов, даже если это самая маленькая станция на 4 одновременных вызова. Но из этих 10 тысяч абонентов позвонить могут четверо, у пятого звонок уже не пройдет. Такая уникальная система лицензирования помогает не только отстраиваться в тендерах, но и сильно экономить заказчикам, у которых много устройств, но они редко используются, люди мало звонят. Такой классический пример – это отели, где в каждом номере стоит по телефону, но постояльцы звонят в среднем меньше одного раза в сутки. В этом плане 3CX позволяет классно экономить. В среднем по миру, в среднем по больнице, в бизнесе приходится один одновременный вызов на 4 абонента. Но бывают сферы, где этот коэффициент другой, поэтому нужно плясать от конкретных потребностей заказчика. По функционалу есть две редакции: Professional, Enterprise. В Professional все необходимые функции телефонии, в том числе колл-центра, есть. Enterprise, по большому счету, отличается наличием горячего резервирования. Разница в цене не такая большая, но особенно крупным компаниям, для которых это важно, начиная примерно от 48-64 одновременных вызовов, мы по умолчанию предлагаем именно редакцию Enterprise, потому что это важно. Там есть дополнительные еще некоторые плюшки, расширенные возможности кастомизации, но это не так важно по сравнению с основным различием, именно с резервированием. В 3CX нет каких-то скрытых дополнительных платежей, то есть вот цена с НДС, указанная на слайде, это финальная цена, которую должен заплатить клиент за использование платформы в год. То есть никаких дополнительных покупок, там модулей, какого-то функционала, еще чего-то, это не предусмотрено. В этом плане 3CX – честная платформа, ничего не скрывает, никаких сюрпризов не будет. Ну и также в плане расширения лицензий. Опять же, расширить лицензию намного проще, чем физически заменить АТС на другую или докупить какие-то модули и вставить их в АТС-ку, если это физическая АТС. В этом плане все намного проще, буквально за там несколько минут можно сделать расширение по количеству одновременных вызовов, и мы, соответственно, должны будем оплатить только разницу в цене, и при том не полную разницу в цене, а учитывая прошедший период. Сейчас объясню. Это тоже, на самом деле, не баг, а фишка 3CX в хорошем смысле, потому что это помогает заказчикам не переплачивать. Некоторые другие производители, не буду называть поименно, при расчете разницы цены, даже если тоже речь идет о годовых лицензиях, просто считают, например, 4 одновременных вызова и 8 одновременных вызовов. Ну, 318 минус 174, там около 150 евро получится, которые нужно доплатить. Но если прошло уже полгода, то, соответственно, не нужно оплачивать полгода в прошлое. В этом случае в 3CX эта сумма поделится на 2. Если осталось, например, всего 5 дней работы АТС, то сумма этого расширения будет, соответственно, разница разделить на 365 умножить на 5. Поэтому такие счета на 2 евро за расширение, за последние дни работы, они у нас тоже бывают. Ну и, как мне кажется, это правильно. И когда некоторые партнеры жалуются, почему в прайсах нет стандартной цены апгрейда, ну, потому что мы считаем ее индивидуально под каждого заказчика, она меняется каждый день становится немного дешевле, потому что мы не хотим брать с клиентов какие-то лишние деньги, непонятно за что. Ну, понятно, если осталось 5 дней до конца срока действия годовой лицензии и сделать апгрейд, то уже через эти 5 дней нужно будет оплатить Новый год уже по полной стоимости. Но в прошлое, за текущий период, ничего, конечно, оплачивать не нужно, это тоже хорошо и правильно. Бесплатные версии 3CX существуют на 4 одновременных вызова на 60 дней для любого клиента. Кроме того, вы как партнер, и, кстати, именно вы, то есть мы как дистрибьюторы это делать не можем, а вы для своих заказчиков можете расширить пробную лицензию до любой редакции и любого размера на тот же срок до 60 дней.
То есть это отличный способ для вас предлагать лицензии и более успешно их продавать, используя вот этот бесплатный тестовый период. То есть дайте сказать, попробуйте, это ничего не стоит. Вы можете 2 месяца тестировать, играться с ТС-кой, а потом уже принять решение, хотите ли вы ее купить или нет. Так что используйте этот инструмент и добивайтесь успеха в проектах. Это все без проблем можно сделать. Но только, да, до 60 дней, дальше уже в любом случае клиенту нужно будет за лицензии заплатить. Раньше были бессрочные лицензии более длительного срока, которые работали годами. Ну и вообще в России была интересная ситуация, что было очень много бесплатных установок, там больше 20 тысяч пользователей компаний по всей стране пользовались АТС от 3CX в минимальных характеристиках, но бесплатно. Коммерческих клиентов было на порядок меньше. Ну, сейчас вот в любом случае, если хочется пользоваться 3CX, больше 60 дней надо так или иначе, хотя бы минимальную стоимость лицензии, но заплатить. Что мы, как дистрибутор, предлагаем партнерам? Ну, в первую очередь, конечно, техническую поддержку. Это бесплатно, и мы оказываем техническую поддержку именно вам, партнерам. То есть клиенты обращаются к вам, вы к нам, если есть какие-то вопросы. На самом деле, по 3CX вопросов от заказчиков обычно крайне мало. Это не Астериск, где нужен специальный там системный администратор, который будет следить, все в этом понимать, разбираться и периодически что-то допиливать. Здесь все уже сделано. Это, собственно, разработка от вендора, который занимается этим уже больше 15 лет. Так что проблем с софтом не возникает. Многие партнеры как раз наоборот жалуются, что они не могут успешно продавать услугу технической поддержки, потому что их заказчикам она не нужна. Но какие-то сложности, конечно, иногда возникают, так что обращайтесь. Ну, опять же, вы можете своим заказчикам, например, оказывать поддержку по тикетной системе либо бесплатно, либо за какую-то плату, если вы считаете, что это правильно, и экономика именно вашей компании выстроена так. В проектах мы, конечно, тоже помогаем. Защита проектов на нашей стороне условная. Жесткой регистрации проектов нет, и поэтому, наверное, так открыто могу про это говорить. Никакого теоретического нарушения антимонопольных законодательств в 3CX быть не может. Все партнеры могут идти в любые проекты по своему партнерскому статусу, но мы хотим, чтобы наши партнеры зарабатывали тоже больше, чтобы их инвестиции окупались, чтобы партнер, который реально вел сделку, в итоге мог на этом заработать. Поэтому, если вы регистрируете проект, присылаете данные, мы, естественно, на своей стороне это заводим и помогаем ценой. То есть партнер может зарегистрировать проект для получения лучших для себя ценовых условий, но не для защиты поставки. Также обращайтесь за консультацией к нашим пресейлам, и, если нужно, можем помочь в составлении документации, в том числе технической. Это, конечно, все возможно. Маркетинговые материалы, как онлайн, так и физические, призы, сувениры, это все возможно. Проведение совместных вебинаров, конечно, мы всегда только за. Ну и какие-то физические офлайн мероприятия совместные, это тоже возможно, в том числе с компенсацией с нашей стороны, но про это еще чуть подробно скажу. Партнерам помогает не только IP-матика, но и, собственно, сам вендор, производитель 3CX. Для этого есть дополнительные возможности. Во-первых, каждый партнер получает 2 ключа для собственной работы и проведения демонстрации заказчикам, которые работают бессрочно. NFR-ключи, так называемые, то есть not for resale, их нельзя продать, но можно использовать. У нас есть десятки партнеров, которые используют 3CX у себя в компании и берегут свой статус, чтобы не потерять эти NFR-ключи, чтобы работа, собственно, их компании строилась на этой АТС. У 3CX есть прекрасно сделанный сайт 3CX.ru на русском языке, при том на нормальном русском языке, не какой-то Google перевод, как часто грешат, например, некоторые китайские вендоры, а именно профессионально переведенный с огромным количеством информации, видео, технической информации, коммерческой, кейсами. Ну и также там есть раздел «Где купить», где вы как партнер можете быть размещены, и, соответственно, заказчики, заходящие на сайт 3CX, могут найти вас и к вам обратиться. То есть лидогенерация со стороны вендора тоже ведется, и все контакты, которые вендор получает на своем сайте или, опять же, через форму протестировать, направляет партнерам. То есть с заказчиками напрямую вендор, ну и мы, кстати, естественно, тоже никогда не работаем, ничего напрямую не продаем. Все это передается, естественно, партнерам, чтобы вы, во-первых, оказали профессиональную консультацию, помогли заказчикам, с которыми вы ближе, но и, конечно же, тоже смогли заработать, стать более успешными. Бесплатная техническая поддержка есть также для партнеров со стороны вендора по тикет-системе через ERP-портал или по телефону. Для статуса трейни, ну, естественно, для вас эта поддержка приоритетная, потому что у вас, понятное дело, на первом этапе могут быть какие-то вопросы. Ну и, соответственно, вы можете выбирать, с кем вам больше нравится, больше хочется общаться. С нашими инженерами компании Epimatica или с инженерами, собственно, производителя, вендора компании 3CX. Естественно, на русском языке.
То есть русскоговорящие сотрудники в 3CX есть и в коммерческом департаменте, и в техническом. Но вот как раз коммерческую поддержку можно получить по почте partners@3cx.com. Вам без проблем помогут. Мы призываем и настаиваем на том, что вам нужно больше зарабатывать вместе с 3CX. Часто партнеры выходят с таким возражением, что лицензии стоят дешево, наша маржа там условно 15-20, пусть даже 25%. Ну что мы там заработаем 50 евро, 100 евро? Зачем нам это все нужно? Ну, во-первых, маленькие проекты, они... Там то есть, что они маленькие. Если реализовать крупный проект по 3CX, то там и заработок будет намного больше. Не всегда крупные проекты приводят к большим затратам времени и сил, потому что что для небольших заказчиков, что для крупных в целом все так же просто понятно, так же нужно оттестировать, так же оплатить, так же использовать. Но в стоимость первоначальной продажи нужно также заносить услуги по внедрению, может быть, по обучению, по настройке каких-то интеграций. За это вы тоже сами можете получить какие-то дополнительные деньги с ваших заказчиков. В этом плане экономику своей компании вы можете выстраивать так, как вы считаете нужным. Здесь мы на чем не настаиваем и рекомендации не даете. Если хотите, можете все услуги по настройке давать заказчикам вообще бесплатно. Такие кейсы у нас тоже есть. Здесь уже как вам кажется правильным. Ну и, конечно, 3CX – это только платформа, но про оборудование конечное забывать не нужно. Вместе с платформой можно продать и IP-телефоны, и гарнитуры. Иногда даже смартфоны идут паровозом в таких проектах, чтобы установить на них софтфон 3CX, тоже раздать сотрудникам. Сетевое оборудование, видеонаблюдение и так далее, и так далее. Здесь можно предложить клиентам все, что угодно, вплоть до антивирусов. Такие примеры тоже были, когда изначальный проект был по АТС, но потом еще и на антивирусах тоже дополнительно заработали. Но это вот, да, есть отдельная категория клиентов, ну, наших клиентов, наших партнеров, которые любят торговать софтом, не очень любят оборудование как таковое, в любом случае, в принципе, с этим сталкиваться. Но вот они вместе с 3CX предлагают еще другой софт, который также можно предложить корпоративным клиентам. Но и не забывайте также, что из года в год вы будете получать те же самые деньги за продление лицензии. Потому что лицензии годовые, вот как раз про эту подписочную модель я выше говорил, и подавляющее большинство продаж, больше там, я не знаю, 99% условно, проходит просто так, что можно с клиентом не общаться целый год, потом он просто оплачивает счет, вы отгружаете ключ и получаете опять свои деньги. Потому что платформа стабильная, беспроблемная, и часто вопросов у заказчика вообще не возникает. Оно работает и работает. Все, что от них требуется, это раз в год оплачивать счет. А от вас, соответственно, потратить эти там 3 минуты работы бухгалтера, чтобы получить свою стабильную маржинальность. Очень предсказуемый кэшфлоу, так что с 3CX работать удобно. Удобно и выгодно в этом плане. Как многие благотворительные организации часто заявляют, что нам не нужны пожертвования один раз на 10 тысяч рублей. Пожалуйста, лучше сделайте подписку на 100 рублей ежемесячно, чтобы мы понимали, какой у нас будет приход денег в будущем, и могли более стабильно свою работу выстраивать. Вот в каком-то смысле это работает так же, что вы видите своих клиентов в партнерском портале, другие партнеры 3CX их, естественно, не видят, никакой информации об этом не получают. Вы видите даты истечения ключей своих клиентов и заранее можете понимать, когда кому что нужно продлить, как-то правильнее, как-то выгоднее сделать. Ну и, конечно, услуги по сопровождению клиентов, как сказал, вы можете оказывать по своему усмотрению, в плане того, брать за это деньги или не брать, годовые подписки на техподдержку или месячные, или по тикетной системе, или по часам, или по кейсам, или вообще бесплатно. Со стороны вендора и нас отсутствует техническая поддержка для конечных пользователей, так что в любом случае они будут обращаться к вам, и вы уже, соответственно, можете с ними выстраивать отношения. Вот они, партнерские статусы основные по 3CX. Таргеты для достижения статусов не такие большие, но чтобы стать бронзовым, это условно нужно реализовать один небольшой проект, и потом из года в год продляет же лицензию, вы ту же условно 1000 баллов будете получать, то есть как бы бронзовый статус у вас уже будет подтверждаться автоматически. Сделали 2-3 проекта, вам уже хватает на серебро. И, соответственно, из года в год этот статус тоже будет автоматически подтверждаться. То есть повышать статусы из года в год тоже просто за счет вот этой модели работы с годовыми подписками. При достижении нужного количества баллов статус обновляется мгновенно до конца текущего календарного года и на весь следующий календарный год. То есть если вы сейчас набираете 1000 баллов, вы из учебного статуса переходите на бронзовый, и как минимум бронзовый у вас сохранится как минимум до конца 2024 года, что тоже весьма лояльно, удобно и партнерам помогает. Ну, конечно, таргеты для платинового, для титанового статуса уже побольше. Тут действительно нужно стараться реализовывать крупные проекты, но дойти до голда в целом проблем не возникает и повышать свою скидку. По умолчанию у партнеров трейни учебного статуса скидка такая же, как у бронзового, 15% от РРЦ. Так что как бы, в момент перехода на бронзу ваша маржа по умолчанию не увеличится, но вы будете уверены, что
на весь следующий год у вас уже будет статус со всеми его преимуществами. С возможностью создавать тестовые ключи, с NFR-ключами для вашего личного использования, с технической поддержкой и так далее, так далее. Можно ли получить скидку больше 15%, которую я сказал, которая предусмотрена в статусе трейни? Ну, да, можно. Во-первых, регистрируйте проекты. По умолчанию просто за то, что вы присылаете НН заказчика и говорите, вот мы с ним работаем, этого достаточно, чтобы получить по умолчанию сразу скидку плюс 5% к вашему статусу и увеличить вашу маржинальность, окупить ваши инвестиции. На проекты ну, примерно от 12 тысяч евро в розничных ценах скидку можно сразу запросить больше. Ну, то есть смысл в том, что можно попросить авансом скидку выше на крупные проекты, которые позволят вам повысить статус. Ну, то есть как бы и мы, и вендор к этому нормально относимся. Если вы скажете, смотрите, у нас есть крупный заказчик, мы хотим оплатить лицензию, мы сразу станем, например, золотым, если реализуем этот проект. Дайте нам эту скидку авансом. Ну, мы не злые, без проблем это сделаем. То есть, ну, у нас нет цели как-то вас, так сказать, дисциплинировать, что вот только так, как написано. Мы, конечно, всегда готовы пойти навстречу партнерам при наличии аргументов, которые кажутся логичными и правильными, то есть почему бы и нет. Напомню, пожалуйста, куда сообщить про регистрацию проекта: в отдел продаж компании Appymatica, желательно вашему менеджеру, с которым вы работаете, либо в московском офисе, либо в одном из региональных офисов. Если про это тоже еще хотел сказать на одном из следующих слайдов, если вы еще не знакомы с отделами продаж компании Appymatica, с кем-то из конкретных менеджеров, он за вами не закреплен, мы призываем в любом случае это сделать, познакомиться, заключить лицензионный договор. Даже если нет необходимости закупки лицензии вот прямо сейчас, ну, на будущее он будет, как бы пить есть он не просит, ни к чему не обязывает, но просто бюрократическая работа в будущем будет облегчена, не нужно будет это как-то делать в авральном режиме, если нужно будет закупить лицензию. Можете про регистрацию сообщать также мне, если хотите 125@appymatica.ru, я тоже на это отреагирую, все сделаю. По подавляющему большинству вендоров компании Appymatica, где регистрация проходит, ну, так скажем, более жестко, что ли, более формализованно, заполняется специальная форма в B2B-платформе. По 3CX, если вам так удобнее, это тоже можно и нужно делать. Некоторые наши партнеры этим пользуются, потому что заполняют форму, сразу получают отбивку, что все принято, все сделано, моментально понимают, что у них все хорошо. Ссылка тоже поделимся на электронную форму регистрации, если нужно. Это, в принципе, без проблем. Так, еще один вопрос в чате. А, да, поделитесь, пожалуйста, ссылкой. Наверное, сейчас в прямом эфире я это не сделаю, но да, обязательно вышлем. Я вопрос понял, да, в наш материал добавим, действительно, информация не лишняя. При покупке ключа сразу несколько лет идут дополнительные скидки. Я говорил, что дополнительная скидка идет от вендора, то есть она и на розницу влияет, то есть для конечного заказчика тоже лицензия становится дешевле, и на вашу цену. Но от себя мы тоже всегда готовы добавить, потому что кейсы интересные, случаи такие редкие. Ну и действительно, там, желание заказчика в этом плане надо поддерживать. Часто даже не потому, что у них там слишком много денег, и хочется их побыстрее потратить. Они по своим бюрократическим процедурам вынуждены закупать лицензии сразу, например, на 5 лет. Хотя, может быть, сами там с точки зрения экономики хотели бы это делать раз в год и не переживать. Ну, здесь мы все это понимаем и готовы также поддержать от себя дополнительные скидки. Ну и специальные акции тоже периодически бывают. Мы их проводим, опять же, по разным вендорам. Ну, на лицензии 3CX на данную секунду никаких специальных акций нет. Но есть на другие бренды, опять же, если вы реализуете комплексные проекты, например, 3CX плюс оборудование от Funvel, можно по акциям других вендоров тоже получить дополнительные преимущества, дополнительно заработать. Пара моментов по схеме работы с заказчиком, которые не могу не сказать. Во-первых, производители мы очень просим работать с заказчиками по ценам не ниже рекомендованной розничной цены. Ну, наверное, тут ситуация такая же, как и в любом поставщике любого оборудования, софта и так далее. Мы не хотим, чтобы вы работали с маржой 3%, депинговали и так далее. Нам нужно, чтобы вы как партнеры зарабатывали много, ваши инвестиции окупались, вы были счастливы и довольны. Поэтому мы против конкуренции между партнерами просто на уровне скидок вплоть до нуля. Ну, в этом нет бизнеса, в этом нет никакого смысла ни для кого, кто участвует во всем процессе реализации проектов на 3CX. И в конечном итоге заказчик не получает нужного уровня компетенций, поддержки и вообще понимания, с кем он работает при таком категорическом желании там, снизить цену во что бы то ни стало. Это неправильно, и мы, и производитель против этого. Ну и в случае каких-то ярких примеров нарушения условий продаж могут быть применены
применены также санкции со стороны вендора, например, просто деактивация партнерского аккаунта. Другой момент, что мы против длинных цепочек продаж, когда мы продаем лицензию одному партнеру, тот другому, третий третьему, четвертый четвертому. У нас был такой пример, когда мы как бы продали вроде как лицензию, нас не предупредили, что там дальше будет длинная схема продажи, что сначала саб-дистрибутор в Сибири, потом какой-то партнер, занимающийся софтом в Петропавловске-Камчатском, дальше был монтажник, который устанавливал какое-то оборудование в гостинице, в итоге нам звонит представитель местного отеля, говорит, мы вообще ничего не понимаем, нам что-то нужно было, мы что-то купили, нам партнер не может объяснить, что вообще он нам продал, и оказалось, что там 5 ступеней, 5 рук, через которые прошла эта лицензия, все заработали по 2%, никто ничего не понял, но в итоге, естественно, заказчику мы помогли, понятно, что нельзя его оставлять наедине с софтом, у него там было несколько вопросов, как правильно настроить АТС, дальше у него все было хорошо, но, конечно, какую-то там базовую просто помощь при первом знакомстве с АТС нужно было оказать. Ну вот плохо, когда компетенции так размазываются, и в итоге никто ничего не понимает. Поэтому мы хотим, чтобы вы, как сертифицированный интегратор, работали напрямую с заказчиками, оказывали максимальный уровень технической поддержки и сейловой поддержки, и вообще любой поддержки своими компетенциями. Ну и, соответственно, все были счастливы, довольны, ну, а вы тоже больше зарабатывали. Немножко про реализованные проекты в России похвастаемся. Ну, на данный момент есть более 2000 коммерческих клиентов, кто из года в год оплачивает лицензии. Так что, конечно, проникновение в рынок не такое высокое, как, например, в странах Скандинавии, где до 97% доходит использование 3CX в коммерческом сегменте и вообще в Западной Европе, в США. Но мы к этому стремимся, и клиентов уже есть не сотни, а уже даже тысячи. Самый большой проект, реализованный в России, был 512 одновременных вызовов. Вообще максимальная лицензия, которая есть 3CX, это 1024 одновременных вызова, на шаг больше. Так что надеемся, рано или поздно кто-то из вас реализует и такие крупные проекты. У нас были кейсы замены ушедших производителей на российском рынке и Астериска, и Panasonic. Мы сравнивали себя с виртуальными АТС, которые есть на рынке. Ну, конечно же, с Ястар. Так что, если нужна будет какая-то информация более подробная по таким кейсам, тоже обращайтесь. Ну, и вот у нас некоторые кейсы опубликованы на сайте, там, где заказчики не против открытых публикаций. Это все можно почитать, есть тоже в открытом доступе. Партнеры, в том числе новые партнеры, часто спрашивают, как писать ТЗ по 3CX. Заранее отвечаю. Готовых ТЗ у нас, к сожалению, нет, да и, откровенно говоря, наверное, не будет. И какое-то типовое ТЗ по 3CX представить сложно. Чаще всего, ну, в подавляющем большинстве случаев, и наши успешные партнеры статуса там титановый, платиновый, золотой пишут ТЗ индивидуально под каждого заказчика. И в итоге получается, что так проще, лучше, работа у них устраивается более четко. Но есть несколько примеров частичной реализации тех заданий. Я могу эти файлы также по почте переслать при запросе, но это дело там 10 секунд, ими поделиться. Так что если, ну, какие-то там примеры, чтобы понять, от чего отталкиваться, хочется иметь перед глазами, тоже обращайтесь, это вообще не проблема. Есть две общие рекомендации, как отстраиваться от конкурентов в ТЗ. Указывать до 10 тысяч добавочных номеров, потому что в любой АТС 3CX они поддерживаются, даже если это 4 одновременных вызова или 8 одновременных вызовов. Во многих случаях это отбивает, по сути, любых конкурентов, ну просто потому что схема лицензирования вообще принципиально другая, чем у многих других. И указывают встроенный модуль видеоконференции, вебинаров до 100 участников редакции Professional. Это бесплатное дополнение к любой редакции Professional. У нас часто бывают случаи, когда лицензию на 4 Pro покупают, что в первую очередь проводить вебинары, проводить видеовстречи, вот как мы сейчас. А то, что дополнительно идет еще и телефония на 4 одновременных вызова, тоже круто, ставят как резервную АТС у себя в компании, на всякий случай, в итоге получают просто систему видеоконференции, сравнимую по цене, даже немного дешевле, как я считал, чем, например, Zoom или Webinar.ru и прочие известные поставщики решений для вебинаров. Ну, еще как бы и АТС-ка есть. Такой заход в продажу 3CX вообще с обратной стороны тоже имеет место быть. Такие примеры у нас периодически бывают. Конечно, денег там немного. Это, получается, минимальная лицензия 4 Pro или Enterprise Pro. В Enterprise 250 участников вебинаров. Но почему бы и нет? Опять же, этот клиент из года в год будет оплачивать счета, просто не задавая лишних вопросов. Ну и, по сути, за 2 минуты можно свои лишние 50 евро заработать, что всегда приятно. Что делать? Хрестоматийный вопрос. Собрал несколько советов для партнеров уровня трейни, потому что часто для новых партнеров это является открытием, не все это понимают, поэтому решил вот так
систематизировать на одном слайде несколько моментов и как бы напрямую их проговорить. Найдите ваши NFR-ключи в партнерском портале, установите их, попробуйте 3CX в реальной работе. Бывают партнеры, которые хотят продавать 3CX, но не хотят вообще устанавливать и сами использовать, хотя бы посмотреть, как оно вообще выглядит, как оно работает. Ну, и нам, и вендору это кажется неправильным, хотя бы ну, просто какое-то понимание, как оно выглядит, как оно устанавливается, нужно в любом случае, чтобы успешно продавать продукт. И настоятельно просим, конечно, проходить техническую сертификацию. Сейчас в связи с выходом новых апдейтов, новых обновлений самого ПО, схема сертификации тоже немножко поменялась. Там всего два уровня. Тесты с вопросами «да-нет» достаточно простые по своей форме. Опять же, на русском языке, конечно. Ну, при желании вы можете проходить и на английском, и на итальянском, и на испанском, если хотите. Но понятно, что проще пройти сертификацию по-русски. Это все доступно. Это все делается в партнерском портале. Так что проблем с этим быть не должно. Если вы не знаете, как попасть в ваш партнерский портал, здесь вам нужно поговорить с Еленой Федосеевой из 3CX, которая работает на Кипре, и попросить ее восстановить доступы. Ну, то есть, если вы являетесь тройни учебным партнером, а других мы на этот вебинар не приглашали, значит, вы в любом случае уже регистрировались в партнерской программе 3CX, у вас есть доступ в партнерский портал, если логин, пароль утеряны, то это можно восстановить через вендора. Мы призываем материал на партнерском портале посмотреть, изучить, просто полистать. Там очень много материалов, в том числе на русском языке. Вот снизу скриншот на слайде. Представлены различные языковые версии. И английская, итальянская, немецкая, французская, ну и так далее. По-русски все тоже есть. Там огромное количество презентаций, маркетинговых материалов, сейловых материалов, руководства, как продавать 3CX и подобные презентации. Не факт, что они, конечно, там на 100% подходят под реалии вашего бизнеса, вообще российского бизнеса и так далее. Но полистать, ознакомиться никогда лишним не будет. Там интересные моменты тоже есть. И вообще заходите на портал. Часто партнеры обращаются с вопросами, ответ на которых есть у них как бы перед глазами на сайте 3cx.ru или на, собственно, партнерском портале portal.3cx.com. Мы говорим, вот, смотрите, оно лежит там. Ну, то есть, если подставить вопрос, а где мне посмотреть это, а где то, а где лицензии моих клиентов, где получить материал, а где скачать дистрибутив, а где скачать приложение, отвечаем одно и то же. Вот, переходите по ссылке, там все есть. И это ответ на 90% вопросов, которые приходят к нам от партнеров. Так что просто изучите портал, посмотрите, что в принципе там лежит, что в каком разделе, это будет не лишнее. Если вы еще вдруг не знакомы с представителем компании 3CX Еленой Федосеевой, то рекомендуем это сделать. Конечно, при регистрации в партнерской программе 3CX и присвоении статуса трейни телефонное интервью так или иначе с вендором должно было происходить. Ну, всякое бывает. Может быть, у вас в компании поменялись сотрудники, может быть, вам досталось наследство от кого-то, кто, например, уже уволился, или, не знаю, вы просто забыли об этом разговоре. Не стесняйтесь, напишите, позвоните Елене, можно к тому же адресу partner@3cx.com, который я выше засветил. Абсолютно дружелюбно и в атмосфере желания достижения совместного успеха Елена с вами пообщается и со стороны вендора тоже расскажет какие-то моменты, которые, может быть, с моей стороны как дистрибутора выглядят по-другому. Это точно будет не лишним. Если вы еще не заключили договор с ООО IP-матика, лицензионный договор, то давайте это сделаем. Это ни к чему абсолютно не обязывает, но в будущем просто уменьшит бюрократию, которую нужно будет пройти. Ну, просто по законам РФ мы без договора не сможем работать. То же самое в других странах, где мы работаем по 3CX. В Казахстане, в Беларуси, в Кыргызстане, в Узбекистане. В любом случае, формальности местного законодательства нужно соблюдать. Везде есть свои особенности, в каждой стране налогообложение разное, но в любом случае мы всегда везде работаем абсолютно по-белому, все в соответствии со всеми законодательными нормами. Так что приходите знакомиться с нашими отделами продаж тоже. Если физически хотите прийти в гости в любой из наших офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, в Самаре у нас открылся офис недавно, в Казани, в Ростове, в Астане, в Алматы и так далее, в Бишкеке, пожалуйста, всегда рады. Ташкент забыл, когда всех перечислял. Но, в общем, офисов у нас много, всегда готовы пообщаться физически, если хотите, да и зовите в гости. Я никогда не против приехать, если есть повод пообщаться. Это все можно, это все доступно. И давайте реализовывать ваши первые проекты. Партнерам трейни тяжелее всех, я понимаю, потому что халява, если так можно выразиться, начинается со второго года. Первый раз при реализации первых проектов нужно поработать, действительно, пообщаться с заказчиками. Потом уже через год, через два, через три эти же самые клиенты будут приходить просто счета вам оплачивать, потому что чаще всего проблем у них никаких не возникает. Или придут и попросят, наоборот, расширить лицензию. Это тоже приятно, когда можно внепланово продать апгрейд и
увеличить свой заработок. И да, еще момент, про который я тоже выше несколько раз уже упоминал. Подумайте, определитесь с прайсами и вообще с условиями, как вы свои услуги, свои компетенции, свою поддержку будете заказчикам предлагать. Есть ли у вас инженеры, есть ли у инженеров свободное время на то, чтобы делать какие-то вещи? Опять же, часто есть запросы от клиентов на какие-то расширенные интеграции с отельными системами, с Bittrex, с 1С, с другими CRM-платформами. Это можно отдавать на аутсорс специализированным партнерам, кто это занимается. Вы можете делать это сами. Если у вас есть инженер, который хорошо разбирается в C-Sharp и может через инструмент 3CX Callflow Designer все это настраивать, отлично, вы можете предлагать это как готовые модули, как персональные интеграции. Ну, то есть вариантов в этом плане заработка тоже много. Ну, или, опять же, мы у нас на сайте писали, например, про готовые модули интеграции с тем же Bittrex, с 1С, которые некоторые наши партнеры продают уже как готовый модуль за, ну, там, действительно совсем небольшие деньги. Вы можете с этими партнерами связаться, например, с компанией «Деловой разговор», единственный титановый партнер на данный момент в России, и как бы работать с ними в том плане, что у них эти модули интеграции приобретать и вашим заказчикам перепродавать, опять же, с вашей наценкой, с вашей маржой. Это все тоже можно, но мы, естественно, никак не ограничиваем и только выступаем за кооперацию партнеров, когда происходит какая-то вин-вин коммуникация, и в итоге все счастливы, и главное, заказчик, конечный пользователь тоже счастлив и доволен. Для участников сегодняшнего вебинара, те, кто смотрит в прямом эфире в записи, мы готовы предложить специальные условия для успешного завершения учебного периода в 2023 году. Этот год получился такой немного необычный, переходный для 3CX. Новая версия продукта вышла, обновилась немножко партнерская программа. Ну и поэтому все новые партнеры, вне зависимости от того, когда вы стартовали, у вас вот этот статус академии или трейни, или учебный работает до конца 2023 года. Раньше было 180 дней, сейчас просто до конца года или 180 дней. Понятно, если вы смотрите в записи, уже в июле, то у вас там этот срок уже на январь переходит. Но я к тому, что если вы регистрировались как партнер раньше, я не знаю, в январе, феврале, марте и так далее, не переживайте, у вас времени еще полно, еще полгода впереди есть. А мы готовы помочь вам дополнительными скидками на любые лицензии 3CX по уровню Gold, то есть 25% скидки от РРЦ. Все возможности с регистрацией новых проектов для новых заказчиков также работают. Те же 5% от РРЦ добавим, 5% пунктов. Получится 30%, так что, пожалуйста, обращайтесь. И да, лицензии можно брать на сток, никаких ограничений в этом плане нет. Если вы хотите достичь каких-то более высоких статусов, закрепиться на них, вы можете какое-то количество лицензий купить просто себе на сток по хорошей цене, реализовывать их когда-то потом, достигать еще более высоких успехов. Это не запрещено, но и мы, конечно, не против. У нас были примеры, в том числе, когда некоторые партнеры успели закупиться лицензиями в конце прошлого года по курсу евро условно 60-70, и потом в первом квартале, да и частично во втором квартале 2023 года очень радовались, потому что рублевая маржа у них получалась просто космическая. Если вы хотите какие-то такие варианты реализовать и считаете, что там курс евро будет в будущем расти, выиграть какой-то подходящий момент, конечно, без проблем. Лицензии на сток можно брать без каких бы то ни было ограничений. Конечно, срок действия лицензии, вот этот год, 365 дней, идет только с момента активации лицензии на сервере заказчика. То есть не с момента покупки, ни в коем случае в этом плане проблем нет. Немножко про дополнительные преимущества. Тоже пытался свести в один слайд, ну, буквально последний на сегодня. Продленный срок трени в 2023 году, я вам сказал, еще полгода минимум у всех есть. Если вы думаете, что время упущено, все потеряно, нет, как раз все только начинается. Мы любим отельные проекты и вообще комплексные проекты 3CX плюс Funvel. Ну, это не секрет, что я в компании Appymatica занимаюсь брендом Funvel тоже. И отельное направление, отельные телефоны – это одно из ключевых направлений компании Funvel. Преимущество платформы 3CX и оборудования от Funvel в отелях тоже прекрасно реализуется. Так что таких проектов у нас много. И здесь мы готовы максимально поддерживать и словом, и кейсами, примерами и делом, конкретными скидками. У вендоров есть всегда программы поддержки за историю успеха, в том числе денежные призы. Они в разные годы, в разные периоды по-разному работают, но если вы реализуете проект, готовы его описать, предоставить фотографии, особенно если это интересный комплексный проект с платформой плюс оконечное оборудование, какие-то интересные кейсы замены других производителей, то
материальные ценности в качестве призов, или даже бывают кейсы с прямыми денежными выплатами, это за нами не заржавеет. Компенсация маркетинговых активностей присутствует. Базово это реализуется путем предоставления дополнительных скидок на лицензии. То есть вы проводите какую-то онлайн-рекламу, офлайн или мероприятие, или еще что-то. Я не знаю, распечатываете флайеры, в конце концов, в свободной форме кратко присылайте мне отчет, и мы договоримся о том, какую сумму дополнительно мы вам предоставим в качестве скидок, чтобы эти затраты компенсировать вплоть до 100% вашей затрат. Ну, другое дело, конечно, что маркетинговые активности должны быть как в том или ином виде эффективными, то есть вы что-то проводите с целью продать лицензии 3CX и на них получаете дополнительные скидки. В этом моменте у партнеров иногда возникают такие вопросы: а как так, а если мы ничего не продадим, как вы нам компенсируете? Ну, вопрос, если вы ничего не продадите, то зачем вы это мероприятие проводите, тратите на него деньги? Ну, то есть странно проводить там какую-то рекламу ради рекламы, если вы заранее понимаете, что она будет бесполезна и вы ничего не продадите. Как бы вот вопрос курицы и яйца возникает, поэтому, когда все работает как надо, эта схема прекрасно себя оправдывает с предоставлением скидок на лицензии. У 3CX стабильный прайс-лист в евро, он не меняется, и в прошлом году и со всеми событиями тоже там не, как сказать, не на российской стороне, не на стороне вендора прайс-лист не менялся. Понятно, что курс евро сам по себе сильно скачет, мы это переживаем последние полтора года. В рублях, конечно, цена разнится, но, по крайней мере, цифры в изначальном евровом прайсе, они стабильны. Ну, единственное, что да, не забывайте, что мы работаем в России с НДС 20%. На сайте 3CX.ru цены на лицензии 3CX выложены без НДС, но там есть прямая приписка, что все цены на наших ресурсах указаны без дополнительных налогов, роялти и так далее, действующих в каждой отдельно взятой стране. В России это НДС 20%. В Казахстане, Беларуси, например, Кыргызстане налогообложение получается больше, там еще есть роялти, там до 37% доходит. Так что в этом смысле для заказчиков в РФ все еще не так уж плохо в плане налогов и сборов. 3CX это софт, как я говорил, сток, по сути, бесконечный, никаких ограничений, никаких сроков поставки. Ну, срок поставки, по сути, один день. Закупить, передать, переслать письмо, в этом вообще никаких проблем не возникает. Так что обращайтесь, любое количество любых лицензий всегда можем продать. В этом плане 3CX никак не зависит от пандемии, от нарушения логистических цепочек, от кризиса чипов, которые последние годы, от внешнеполитической, внешнеэкономической ситуации. Все можно в любой момент сделать. Мы работаем с 3CX как с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов. У нас договор заключен с компанией из Дубая. Так что ограничений по работе в России нет. Если нужно предоставить письмо и некоторые доказательства, это все тоже сделать можно без проблем. Оно у нас есть. В качестве косвенного доказательства в открытых источниках выложен отчет о конференции с основателем и руководителем 3CX Ником Гале, который в прошлом году летом приезжал в Москву с рабочим визитом. Так что, если ваши заказчики волнуются, да, 3CX бренд европейский, а главный офис на Кипре, штаб-квартира есть в США в том числе, но как бы одно другому не мешает. Компания не прекращает работу в России, не собирается прекращать, и нам есть чем заказчиков в этом плане успокоить. Ну и про политику нулевых переплат, про расширение лицензий я на самом деле уже рассказал выше. Наверное, повторяться еще раз смысла нет. На этом просто готов закончить. Спасибо вам за вопросы, за ваше внимание. И если смотрите в записи, то пишите вопросы в комментариях. Всем спасибо.